Эй, хай-хо, ктаны. С вами Тангар Игра Глаз. Хочу сразу проанонсировать. Ну, мы сейчас будем ПВПшиться в аренах, кстати. Ну, давайте туда зайдем, может, где-то. Куда тут нажать-то? А вот, нет. Сейчас я буду искать, где тут арены. Тут, что ли? Да. Я иду хилом, как обычно. Просто за это больше дают награды, и почему бы и нет. Ну, видите, сразу в очереди вошли. Сразу в очередь. Так. И хочу анонсировать гильдию свою. Ну, у нас ждут гильдии и миллион лет уже. Соответственно, что за гильдия? Стрим гильд. Да, я подумал, что было бы прикольно эту гильдию мне сделать. Ну, какой-то у ней смысл, чтобы она не просто была какая-то вот гильдия. Это будет гильдия айтишников. Если вы программист, или вот учите язык программирования какой-нибудь, или вы работаете в IT где-либо, вступайте в эту гильдию, чтобы это такое сообщество было вроде бы в играх, а вроде при этом и айтишники. Ну или вы хотите, может быть, стать айтишником, вы планируете что-то начать изучать, тоже присоединяйтесь к этой гильдии. Вот, если же вы не айтишник, и вам это не очень интересно, ничего страшного, вы можете просто вступить в наш альянс. Вы можете сделать какую-нибудь свою гильдию, даже может вот один человек сделать свою гильдию и вступить в наш альянс, и мы вместе тоже можем вместе бегать и всякие крутые штуки делать. У меня было тут 150 человек, я их всех кикнул, просто потому что там, ну, как бы все вообще не были в игре уже по, типа, 5 лет. Ну, поэтому я всех киканул, кроме Аквалиры, потому что Аквалира, этот человек, я посмотрел, привет, Аквалира. Может, это Аква, кстати. Здравствуй, Аква, если ты. Если это ты, очень много задонатил в строительство построек. То есть, фактически, все постройки, как я понял, сделал Аквалира. А вот можно это посмотреть тут. Соответственно, ну, у меня рука не поднялась этого человека кикать, потому что, можно сказать, он все построил. Вот. Ну, как бы у нас не очень такая строгая прям тема, то, что вот, обязательно ты должен, вот, айтишник, там, прямо сейчас у тебя там какой-нибудь... Никакого собеседования проходить никому не нужно. Просто вот я хочу именно собрать вот такую атмосферу, чтобы это были айтишники, и кроме этого, это были айтишники именно такие доброжелательные, приятные, чтобы все были очень тактичные, позитивно очень ко всему относились. Слушайте, это что такое? Как-то... Я не понимаю, куда идти-то мне? Кого лечить? Как-то все разбрелись по разным местам. Ну вот. Веселье такое маленькое. Мы тут на двоих, зато мы всех их содержали в итоге. Ну, неплохо с чуваком с этим. Ну, единственное, как-то вот я не знаю, что там остальные наши ребята делают. Вот кто мешает ему убить? Я как бы, блин, лечу же по полной. Ну ладно. Ну, что тут происходит? Ой-ой-ой! Лечу, лечу, лечу. Ай-ай, меня тоже долбит. Ладно, я пошел, короче. Ну, вот черт всех. Идите все. В баню. В баньку. Сейчас подлечимся немножко. Так, кого-то надо спасать. Еще я не очень понимаю, что наша команда как-то очень странно играет. Может, она очень круто играет, я сейчас не понял даже.
Блин, застанило. Жопник. Иди отсюда. Я так немножко руки прокачал, но не сильно, конечно, я тоже играю как ломо. Но... стараюсь, пытаюсь. Вроде мы все держим, я смотрю. Но при этом счет какой-то неправильный. Они лажают то, что они меня совершенно не... Ну, я не успел подлечить чувака. Они лажают то, что они меня не бьют совершенно. Это чуваки. То есть я как бы как хил себя чувствую очень комфортненько. Ну, у меня маны нет, блин. Я думаю, что такое? Что так все плохо? Все, что я могу сейчас, это вот кидать вот эти вот лечилки свои. Они, конечно, тоже полезны. Маны нет вообще. Маны нет, чуваки. Я ничего не могу поделать. Нету маны и все. Ну все, слили все. Шо я. Может, даже и хорошо было бы тут упасть. На самом деле. Ой, я лажанул как. Я не знаю, чем мы занимаемся, ребят. Ладно, пойду захвачу, что ли, точку какую-нибудь. Мне как раз мана восстанавливается, пока я буду захватывать точку. Надо, кстати, баночку попить. Блин, не успела. О. Ой. Ну, такая вот у нас команда не собранная. Совершенно. Что-то как-то все непонятно чем занимаются. Не, шансы еще есть, можно еще выиграть, на самом деле. Ну, я, конечно, криворукий, я ничего не хочу сказать. А, ну, в общем... ладно. Маны как-то мало, надо мне одеться в какую-то другую одежду, видимо. Ты куда пошел? Да я тебя подлечу, чувак. Блин, не туда. Хотел в другую сторону их откнуть. В итоге хуже только сделал. Было забавно. А. Ну, в общем, ладно. Да такой разогрев был. В принципе, весело было побегать. Тут у людей нормальные такие шмотки. Я тут самый лох. Всех. Ну, было весело, тем не менее. Можно было лучше, просто зачем-то все разделились на три куска. В общем, что-то такое странное это было. Уж непонятно, кого мне лечить, что вообще происходит. Кстати, неудачно, вот я встал в какой-то... местечко такое неприятное. В общем, мы слили уже все. Да. Ну, дали книжку. Эх. Ну, было весь. Нет, было, мне понравился именно процесс. Главное же процесс, а не результат. Мы же играем в игры с вами, а не играем на бирже. На бирже, да. У меня сейчас насморк и слезы, на самом деле, я здесь сижу. Я же простудился, точнее, заразился, видимо, гриппом каким-то местным, израильским. И без меня сколько всего течет, сижу и теку.
Закройте ушки. Сейчас будет громкий чих. Да. Ну, я тоже как бы лжанул. Надо вот эти штуки по кулдауну пить. То есть просто раз в минуту нужно выпивать вот эту баночку. Стабильно. Вот. Еще я думаю, на самом деле, вот этот скилл лучшим. А, нет. Тут другого нет, что ли? Вот, так что вступайте, в общем, в гильдию нашу. Если вы немножко хотя бы в айтишник. Вот. И мы будем в Лумкурте жить в основном. Заниматься всем подряд тут. Ну, это вот наша гильдия. Альянс, он везде. А, кстати, Альянс до сих пор еще играет. Тут некоторые люди в Альянсе смотрят. Да. Гильдфайндер тут такой. Я даже подумал, может мне самому куда-то вступить пока, эту гильдию перекинуть на просто на штукенцию и самому побегать с кем-нибудь, чтобы мне просто показать, ну, показал народ, что тут за контент нового. Столько нового контента, я же ничего не знаю. Соответственно, было бы неплохо в этом плане узнать. Что там? Что это? Кто это? Хост? Хвост звонит. Ну, сама поговори с ним, я же играю. Кстати, я заметил, что когда кто играет за синих, как-то чаще выигрывает. Ну, у меня, конечно, статистика небольшая. Тем не менее, главное просто не разбредаться. Вот не нужно пытаться там сразу 10 точек хоронить. Бессмысленно абсолютно. Ну, ну чё, босс? Блин, начали меня сразу шпарить так. Я лажанул. Не прожал свой кулдаун и думал, как-то смогу, но не смог. Так часто бывает в этой жизни. Но это я подвел, конечно, команду сильно. То есть мало кого там налечил, все-таки упал. Подвел я сильно команду, подвел. Обидно. Самое лучшее, когда есть офхилы. Когда есть не один хил, а несколько. У нас один остался чувак. Все остальные мертвые. О, нет. Зачем я сюда пошел-то, ёперный ж ты, бабай. Иди вы взад. Пожалуйста. Я еще туплю дико, конечно. Блин, это вот ассасины какие-то. Они тряпки просто нахерачивают мгновенно. Лажанул. Тоже вот я вижу, блин, все дохлые. Вот надо, блин, стоять, ждать. Туплю. Ой, дурак. Сейчас вот. Ну, давайте что-нибудь возьмем, пусть, ребят. Вперед. О, нет. Ну, очень жестковато тут. Пожалуй. Так. Я еще забываю все кнопки постоянно. Блин, ужасно. Но сейчас вот я хотя бы пользу какую-то, так сказать, оказываю. О нет, сейчас по мою душеньку. Главное самому, блин, выживать как-то мне.
что меня сразу же жмут очень сильно. Где мои ребята, я не понимаю. Чем мы занимаемся? Надо прервать было ему эту фигню, ну ладно. Ёперный стрелопай. Так. Блин, вот F-ку. Что-то я ее не смог когда прожать. Бать! Чё там такое? Ну иди сюда, пусть он говорит, сам разберется. Ну отлично. Мамочка. Там, ну я живу, типа, в гостинице такой импровизированной, так сказать. А, кстати, когда убегаешь заранее. Идите взад, ребятки. Ну, печально, да, тут такая обстановка у нас. Просто не вытянули. Я тоже лажанул пару раз очень сильно так. Мы слили уже три точки. Ну, бессмысленно стоять, нужно брать и пытаться хотя бы вот ну какие-нибудь точки брать. Если точек никто не берет, то как бы не выиграешь. Ну пока что вот не слишком все гладко у нас с вами. Ну чё? Чего? А он что, не мог позвонить сам? Да бесплатно, вот тут работаем этими хозяевами местного домика. 24 книжки дали по 2000. Что, вода готова? Отдашь мне запить немножко? А, кстати, Люц вышел в онлайн, сейчас надо будет пойти в подземелье еще куда-нибудь вместе. Так, сейчас мы с Люцом скопируемся. Вот. Ну вот, кто-то вот подвис там, видите, у нас. Не, мне нравится арена играть, моя любимая вообще пока что дело. Все, что можно делать в Альбион онлайн, пока что это самое прикольное. Причем, когда надоест хилером, можно пойти другим билдом играть, потом другим. Это реально весело. Мне и данжип нравится, мне вообще все нравится. Так. Пойдемте с Люцем, сейчас я ему в пати заберу. Я очистил тоже play, весь френд-лист, оставил только Люца. Вот. Так просто проще, потому что когда пищит кто-нибудь, когда кто-нибудь приходит, это сильно отвлекает. Так, мне кажется, правильно. А, сейчас мы с ним поймем, наверное, с данж. Я сейчас одену боевую какую-нибудь одежу. На первую попавшуюся. Там данжи, на самом деле, дико простые. Так что надо нам подходить будет в хардкор, потому что в прошлый раз, в котором мы были, он простоват был. Так, вот это нужно одеть. Ну и все, наверное, да. Сейчас. Ну вот. Готов идти в данж. Сейчас я Люца созвоню с ним в скайпе. Так, мы, в общем, с Люцем на связи. Здорово, Люц. Привет. Вот, очень мой старинный друг. Вот, мы вместе, так сказать, росли, можно сказать. Еще в бойцовский клуб играли.
Почти что, ну, больше 20 лет назад. Слушай, 21 год назад мы с тобой, кстати, познакомились в бойцовском клубе еще. Посчитал, да? Да, ну вот 2001-2002 год бойцовский клуб, да? Был, по-моему. Ну, вроде бы, да, не помню точно. Ну что, я одел, в общем, шмотки. Мне даже, наверное, вот это все-таки одену. Хотя нет, вот это она же автомат тут что? А, она скорость каста увеличивает, да? Не знаю, сколько мне важна скорость каста ледяного мага. Ну, наверное. Да, она не особо мне важна, на самом деле. А Да, сколько? возьми плащ Люмперста. А у меня от Хетфолда плащ. И он, кстати, что-то я не понял, он работает вообще? Тебе Люмперс будет восстанавливать ману. А, да и мне, маны у меня хватает, я теперь банки все время пью. Ну что, я короче, готов, ты заходи, в общем. Ну, ставь очередь нас. А, ты встал, да, уже? А, я же лидер, блин. Вот я лашпед. Ну давай попробую, я просто миллион лет этого не пробовал делать. Так, нам нужен какой, значит, мастер. Там, где три человечка. Закладка. Ага, мастер. О, слушай, а там можно хилу. А, хилом нельзя пойти, да? Или может? Слушай, а там хилы нужны же. Давай Ну, хилом почему пойдем. можно? Я хилом Ну, тогда буду. давай. Мне хилом больше нравится. Тогда быстрее найдем этот пати себе. Ага. Я, собственно, на аренах-то лечу все время. О, класс. В общем, вот есть такие клевые подземелья. Такие вот. За них вот дают каждый день всякие ништячочки. Есть еще хардкорные подземелья. Мы тоже туда как-нибудь пойдем. Вот, когда немножко Ну, смотри, если опять откроешь этот портал, да, там третья закладка Hardcore Expedition. Вот у меня для них токены есть, если что. Но нужна полная группа. А, то есть нужно сначала собрать группу, да? Ну, да. По-моему, да. Ну, надо как-нибудь соберем. Сейчас вот гильдию заполним, может быть, как-то вот постепенно подтянется народ, посмотрим. Вообще надо попробовать, потому что тут было простовато, конечно. Несложно вовсе. Но тоже нормально. Ну, с этого городского подземелья дейли ачивку закрываешь. А это какую ачивку? Но если у тебя премиум есть, тебе надо в день сделать сколько там? 50 тысяч экспы. Ой, нет, 1200 этих ключиков набрать. Я вот с этим еще А не вот один разобрался, городской дальше кстати. тебе дается. Ага. Я вот не разобрался пока с этими ключиками, где там что. Сейчас вот ищу, смотрю. Но смотри, у тебя справа сверху в углу такой замочек, иконка. Adventurers Challenge. Жмешь, тебе показывают. Что-то я не вижу замочка, ты знаешь? Ну Меня его смотри, нет. значит, первый ряд — это шестеренка, потом три золотых кнопки, и вот под ней. А, увидел, слушай, во! Я там заклеймил что-то уже себе. Next бонус 50 тысяч ключиков. А сколько у меня сейчас? Как понять? У тебя там снизу, которая полоска идет, вот облок. Ага. Там, где эти коробочки нарисованы. Во, вижу. Это не недельная, а месячная, вот которая там 600 тысяч, которая. У меня есть 51 тысяча. Ну там маунтов дают, оказывается, офигеть. Клево. Хаски дадут нам. Я люблю хаски. У меня даже лайка жила когда-то. Лайка такая красивая, здоровая. У меня, кстати, вот написано Get your daily bonus, там типа 1200 из 1200. То есть там... Тебе там книжку дали. Да. Том-то. Ты забрал его? Да. А, и next Значит, ты 50 клик тысяч. сделал. Но у меня вот next Значит, бонус завтра. 50 тысяч, и он написан тоже claim.
странно, я чуть не понял, честно говоря. Но он завтра обновится тебе. А, завтра, да? Так, ну теперь я буду нажимать на этот замочек. Я даже не знал про этот замочек, знаешь. Я туда не нажимал просто никогда. Уже, а чего мы так долго ждем-то? Офигеть. Не знаю. У нас же вот ты танк, а я хилер. Как так-то? Ну, обычно они быстро ищут, да. Почему-то вместе как-то не очень получается. Подождем. А мне нравится арена вот эти играть. Очень клево. Вот это Crystal Arena. Вот эти Unranked можно их вообще не делать. Смысла нет никакого. Вот на эту Crystal Arena бегать. Я слышал, тут еще есть какая-то арена даже с лутом. Ну вот, может она открывается потом. Не знаю. Ты пока арену не бегаешь? Как-то давно. В последнее время нет. Мне вот интересно, как это работает, если мы в пати вступим в арену. Он против нас тоже каких-то таких чуваков найдет, кто тоже в пати, или мы будем... Скорее, я думаю, что нет. Я думаю, там просто будет забиваться. Ну, она очень какая-то рандомная. Иногда попадаешь с очень крутыми чуваками, и такое ощущение, что они даже, ну, я за кила играю, что они без меня всех зафигачат. А иногда попадаешь с такими чуваками, ты там потеешь, лечишь, я не знаю, там, толку никакого вообще. Все очень рандомно. Наверное, это зависит от рейтинга, может, если рейтинг такой стабильный, кто-то будет у тебя, то получше. Уже бы. Ну вот, 5 минут уже стоим. Вообще игра, конечно, разрослась, столько контента нового. Например, тут появились еще Conqueror's Challenge, это контент отдельный для гильдий, для альянсов, надо его как-то набивать. Появились мисты, это такой соло-контент, где, ну, с PvP, в принципе. Можно... Там... Ты видел уже мисты? Да. А, ну вот ты видишь. Ну так, так, мелько, мне особо не заходил. Ну, типа, если там... набить репутацию, тебе еще город откроется дополнительный. Вот, там такой появляется светлячок, типа он открывает портал, туда заходишь, и вот какие-то другие игроки тоже могут зайти. И, в общем, такой казуальный PvE, PvP контент прикольный довольно-таки. Ну, я что-то однажды попал, там какой-то чувак был, он меня просто с одного удара убил. Я ничего не успел сделать даже. То есть там, видимо, нет вот этого рестрикшена на экипировку, ну, на очки. То есть иногда можно попасть на очень крутых чуваков. Да, что-то как-то вот... Может, я не туда какой-нибудь зашел, я не знаю. Я нашел мастер, селсор. Т6 выбрал? Да, Т6, тир 6. Т6. Вообще вроде правильно. Ну да. Вообще, конечно, маловато дают за вот эту штуку, за это городское подземелье. То есть если мы с тобой пойдем сейчас в любое обычное подземелье, мы там заработаем типа раз в 20 больше всего. То, что только 4000 серебра, это, конечно, вообще так маловато будет. Ну, на то оно и городское. Ну да. Для таких махровых казуалов, для дедушек. Ну ладно. Ура. Кажись, мы идем. Старт нажимаю. Я, кстати, их еще не показывал. Эти городские подземелья у себя на стримах, так что интересно посмотреть будет всем, думаю. Такой хороший казуальный контент. Приятный. Чтобы почилить, чисто в удовольствие.
Я вот не знаю, насколько тут нас будут драть, может мне взять еще дамажитель на мобил. Или просто кидать? Да нет, не обязательно. Посмотрим. Я в прошлый раз, когда тут бегал, я даже не заметил, что у хилер есть, ты знаешь, хоть мы с тобой бегали вчера. Я думал, тут все ДПСы. Это признак хорошего киллера, когда ты его не замечаешь. Ну тут 3 ДПСа и 2 хиллера. О, хиллера и там. Куда-то все убежали, блин. Что убежали? Чтобы быстрее пройти, видимо. Да я как-то насадить на просто работу. Пытаются умереть сильно, приходится всех лечить. Даже непривычно как-то. Мне нравится. Но тебя надо лечить, конечно, в первую очередь. А у тебя не лагает по земле? Не. А мульт. Пока что не лагает. Вообще игра довольно-таки стабильна. Иногда, кстати, арены бывают смешно очень. Начинают подлагивать арены. И тогда может повести, и часть людей из противоположной команды, они просто выходят из игры, видимо. И, в общем, ты начинаешь выигрывать просто на халяву. Хорошо. Ты танкуешь, я лечу. То, что надо, чтобы быстро ходить в подземелье. Странно, что мы долго ждали в этот раз. Прошло, кстати, мгновенно зашли. Ощущение напоминает World of Warcraft. Ну, вот обычное подземелье в World of Warcraft. Такое не очень сложное. Ну, так и есть. Да-да. По сути, лечится в одну кнопку. Редко приходится что-то еще использовать. Обычно, ну, вот третьим регеном я пользуюсь. Наверное, на боссе придется немножко потеть. Мне как-то вот с возрастом нравится лечить. В свое время я натанковался, будучи вот в Варкрафте. А сейчас мне... нравится лечить. Это тоже такой геморрозный момент бывает. Какой-то большой иногда становишься. Это ботинки, да, такие? Да. Прикольно. Как тут ДПС? Сильно переагривают? Или нормуль? Да нет. У танка там специальные обилки есть. А могут ДПС как-нибудь тупо себя вести тут? Ну, как в Warcraft. Ну, могут, да. Ну, например, то есть они могут тебя перед ДПС, ну, как-то таким образом ДПСить, чтобы агро перенимать у тебя? Ну, вот один, например, первый бегает раньше меня. Ага. Если бы у нас была партия какой-то чуть похуже, он бы умирал. Угу.
скажи ему. Потому что на страничке Airbnb все есть. К нам тут сосед заехал новый, который тут у нас достает еще. На странице Airbnb пусть посмотрит, там все написано. Как у него, как же он зафигачился? Господи, тут же такие делать люди. Так. Есть тут, значит, один тоже нарушитель спокойствия, который всех... Ай-яй-яй, как я стал плохо. Я вошел. Блин, два раза стал плохо. Сейчас я его погубил вообще. Стыдно даже. Так. Где наш там? Не, ну конечно нужно тоже концентрация какая-то, и тут кто-то ходит туда-сюда все. Ну что, нашло он Wi-Fi? На странице Airbnb на моем телефоне, приложение, посмотри. Напиши ему на бумажке и закрой дверь на ключ, чтобы просто никто не мог сюда попасть. Ой-ой-ой, это я всех загрел, да? Ой, молодец. Он еще и сайлент. Слушай, а где ты вообще? Я тебя не могу до тебя достать. А вот. Ну, сдержись, не умирай. Я все прощу. Блин, как туда попасть-то, ребят? Там лестница. Да я уже понял. Я лестницу долго не мог найти. Блять, на моем телефоне. На моем, посмотри. Я говорю, на моем телефоне. Airbnb. На моем не один телефон. Серебряный телефон, поэтому идет тормозный бабай. Так, ну зато у меня есть отмазка, если я сейчас буду уложать и плохо лечить, это все виноват штукенцы. Хотя быстро идем. Лагануло, кстати, меня сейчас тоже, вот ты говоришь. Иногда лагает. Команда А. Ну сейчас нам в сумму, я чувствую, местные боссы. Блин, что-то у меня... Скотина моя не лечит, ни хрена. Я нажимаю, она не лечит. А, у меня реконнектинг. Блин. Бать, ты ничего не грузишь? Ну вот меня просто вот... То, что вы еще живы. Вот это. Довольно-таки удивительно, на самом деле. Меня дико лагает. Ага. Ну все. Мы
Все. Все, прошли. Нормально вообще-то. Сейчас можно на какую-нибудь арену пойти или куда-нибудь еще. Давай. Я попробую. Сейчас только для арены переоденусь. Угу. Я буду там хилять, как обычно. Опять. И вот мы сейчас попробуем сходить на арену вместе. Посмотрим, как оно будет. Ну, я, конечно, деревянный совершенно. С кривыми такими кучерявыми руками. Ну, но... главное же участие. Так. Смотрим, люд тут одел, смотрите, Т8, какие-то дикие предметы. Господи. Сейчас люд всех будет крошить алебарды. Что у тебя за билд, расскажи нам. Ну, это АУ я билд пилишный. Угу. По идее, мне должен скелиться дамаг от брони от моей. Когда я получаю урон, она должна накручивать мне урон, ну, дополнительный урон, который я наношу. Шапка тоже накручивает урон. И алебарда дает АОЕ дамаг. Водно. А ты уже играл на этой арене, да? Ты в курсе, ты что тут как? Нет, это просто немножко переделал зерк билд. А. Ну, в общем, вот наверх мы все бежим уже. Почему-то никто не берет точку. Не знаю, почему так. Все заснули. Там у нас человек очень захотел умереть. Сам предыдущий врубился. И я его отличил. Так. Вступаем, ребятки. Лечу тебя. В меру своих скромных умственных способностей. Ну куда ты побежал? Лечивай, чувак, вот убежал. Лечу. А меня вот кто-нибудь прикроет? Алло. Все, убежали. Ну, нормуль, так потихонечку. Такое мясо непонятно, кто что делает. Мешались кони, люди, пики, как там. Стихотворение замечательное. Бородино. Начали мы хорошо. Ну. Там у нас какой-то чувак слишком, он врубился, вот он, знаешь, там 4 человека против него, и вот он встал, блин. Слушай, а мы все, у нас все дохлые, что ли? Надо как-то... А вот еще там что-то такое, кто там один? Вот что ты делаешь-то один? Вот что ты делаешь там один? Вот нахрена ты пошел туда один? Надо, чтобы кто-то точку какую-нибудь не взял. За меня принялись как следует плотненько. Ну что, я упал втроем. Ну, хорошо, наложились. Ну, стратегически неплохо. Вот у нас 2 точки. Даже вот 3-ю берем. Люц, у тебя есть какие-нибудь мысли по тактике? Рассказывай. Держаться вместе. Хорошая идея, слушай. Вполне логичная. Тоже предлагаю ей следовать.
Главное кулдауны все не сливать. Я вот дурак просто сейчас умер, потому что слил кулдаун. Ай, лечу, 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 нормально. Лечу, лечу, лечу. Куда убегаешь? Лечу, лечу. Блин, лазанул я немножко. Сильно лазанул. На меня сели. Немножко тактически надо отступить тут. Лечу, 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 лечу. В силу своих жалких способностей. Нормуль, нормуль, молодцы, вообще хорошо все. Только у меня мана опять кончилась. Вот надо что-то, какой-то скилл взять на ману, конечно. Тебе нужен плащ люмферский. Да. Куплюсь обязательно такой. Да куда ж ты? А он куда он побежал? Не могу я так разобраться. Дайте мне плащ Люмкурста. Хороший у тебя такой топорик. Хорошего размера, приятного. Что-то вот очень захотели они меня бить. За что, скажи? Ой-ой-ой. Люк, у меня маны нет. Уходи. Блин, не смог отличить чувака, обидно. Манна в кулдауне, собственно. А чтобы он не мешал. Специально отталкиваюсь, скотину, чтобы он... Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Да что ж я не то прожал, не ту кнопку, дурак. Эх ты. Стар я стал, а не ублюшек. Вроде неплохо идем, но счет у них больше. Как так-то? Я как не посмотрю на карту, у нас больше этих синих штучек. Ну смотри, видишь, отчет 12, 11, 10, когда отчет доходит до нуля, и идет отчет очков. Они просто подняют подсчет, они, получается, капают две точки. И в их пользу счет идет. Хитрый план такой, а? Молодцы. Ну, тут как бы чистая победа. Когда мы кого-нибудь убиваем, это ничего не дает? Одно очко, по-моему. А. Ну что, я сейчас плащ возьму получше с манной, и жизнь станет. У меня сейчас плащ вообще... Ты бы знал, какой у меня сейчас дурацкий плащ. У меня плащ как на автоатаку. То есть, когда я делаю автоатаку, он там что-то стреляет какую-то молния, я же автоатаку вообще отключил себе, я ж хилер. Что вот хорошо, что ты сказал. Сильно поможет. Тебе дали что-нибудь там? Какие-то книжки. Ну, книжки дали, уже хорошо. Как, еще разочек, смотри, как. Можно пойти во фракционные войны, можно тут как ты хочешь. Ну давай еще одну один, а потом не знаю.
Посмотрим. Давай. А, стоп. Так. А, сначала я пойду еще куплю плащ какой-то. Как он там называется? А, плащ Люнкерста. Какие-то новые артефактные плащи появились, да? Давно уже, да. А за что их дают только получить? За участие как раз во фракционных войнах тебе дают эти ресурсы города. И из обычных плащей этих ресурсов крафтится городской плащ. Класс вообще. Мне так понравилось вчера в эти фракционные войны играть. Кстати, это очень такая вещь как раз расслабляющая. Бегаешь в такой огромной пачке. Блин, а как он пишется, этот плащ? Армор. Просто Линкерст забиваешь. О, нашел. Что он дает? Ага, он дает. И смотри, тебе еще нужен Fallen Staff. Сейчас, activate when you cast spell and your energy. Ага. Слушай, какая хорошая вещь. Ничего себе, с ним вообще энергии будет слишком много. Так, сейчас мы закупимся. Ой, у него тоже тиры бывают. Видите? Я вот могу 6 тир купить. Стоит 200 тысяч, но оно того стоит. Так что выберем. Даже можно какой-нибудь энчант сменить. Плюс то, что вот ты же-то не теряешь нифига. Можно купить что-нибудь дорогое, в принципе, порой. Вот, купился я в предупреждение дорогой плащ за 400 тысяч. Вот, ничем не жалею. Ни о чем. Зря. Там 4.1, 4.2 нормально. Они там больше не скинятся. Да ладно, потом продам. Живем один раз, главное же его не залутает никто, так что нормально. Пусть будет на память. Так, манну. Я манну пью, кстати, вообще как угорелый. И вот тебе еще нужны эти. Еда не на здоровье, сейчас скажу как. Я, кстати, еду вообще что-то не использую. Надо же ее есть, да, иногда. Скажи, какую еду купить, я пойду куплю. Сейчас. Так, я пока банок манны куплю себе еще. Омлет. Омлет. Я еще не ел омлет, ты знаешь. Как раз. Омлет. Интересно, можно ли заинчантить омлет? Так, он Т3 всегда или бывает Т8? А, нет, 7, по-моему, он. Т7. А, Т7 вижу. А, ну Т5, Т7, ну вот, короче, тебе 7 нужен. По-хорошему. А, он кастинг спид увеличивает. Как хорошо-то. И кулдаун уменьшает. Ага. Написано, ну, написано, что он непонятно, то ли он уменьшает кулдаун, то ли нет. Нет, и то, и другое. Угу. Слушай, а его как часто надо есть? Ну, ты въешь, он тебе полчаса действует. А, или до смерти. А если я на арене сдохну? А, на арене, как бы, он не должен тебя скидываться. Угу. Просто он такой дорогой вообще. Ну, вот я себе куплю 10 штук, конечно. Так, взял себе 10 омлетов, пожалуйста. А еще баночку манны. Ну вот, сейчас нас Люц натренирует, как правильно играть с омлетом. Мы начнем всех ПВП драть ману. Тут у меня пока проблемы с кретинизмом в плане найти какой-нибудь предмет, который я хочу купить. Целое дело. Так, во. Маны прям надо побольше взять. Я беру маленькие баночки маны. Я их глотаю в каких-то количествах. Мне, кстати, я подумал, из всяких профессий, которые тут есть, мне нравится зельеварение. Как Северус Снейп в Гарри Поттере. Весело. Хотя я никогда, кстати, его не любил, но вот с возрастом меняются предпочтения. Что-то я подумал, было бы прикольно.
Замутить омлет. Слушай, открой, Бась, это кто-то закрыл дверь. Там дверь не надо закрывать. У нас такая штука бедлам в нашем этом месте, где мы живем. Да, как будто мы тут хосты. Мы тут живем за какие-то безумные деньги, я даже не хочу называть эти цифры, чтобы никто в обморок не упал. Сколько стоит у нас тут день жилья в этом домике, где мы сейчас находимся? Так. Ну ладно. Подал. Да, я встал. Ага. Пришел один немец. У нас тоже живет. Такой интернационал у нас тут. Интернациональный коллектив. Кого только тут нет. Надо кнопку убрать с еды, а то я случайно буду прожимать и есть еду. Ты кнопку убрал с еды? Да. Точнее, нет, мне она не мешает. А, я вот боюсь, я ее нажму рано или поздно. Блин, я случайно эскейп сделал. Как бы ее сделать, такую кнопку, которую я в жизни не нажму. О, кнопку паузы, блин. А у тебя еще этот посох помощнее. Или помощнее, или какой-нибудь другой. А чем он плохой? Все-таки друидский. А чем он плохой-то? А, но у него тир маленький. Это вот который я могу таскать. А, ну слушай, может я пятый могу уже. Я не качал никакие посохи друидские. Ну, в следующий раз возьму посох. А, чисто для хилерские посохи качал, нет? А я вообще, ты знаешь, я как-то вот хил, я скачал всегда ледяной посох, а тут как-то попробовал, подумаю, дай-ка попробую полечить этим, и мне так понравилось, только он самый мощный оказался, друидовский, ну для нуба. Когда ты уже опытный, то, конечно, бурстовый хил креста лучше, но я просто так не кинул, сложно слишком. Ну в следующий раз тогда сделаю. Ну если вот сейчас вот наша... матчмейкинг не сойдется, если звезды не сойдутся, то куплю получше. А какой ты рекомендуешь посох лечительный? Fallen Star. Fallen? Да, его обычно как раз в ГВГ, в зергах используют. Сейчас посмотрю, я даже такое не знаю. В общем, мы вошли уже, так что придется с тем, что есть, идти. Ой. Ладно, надеюсь, сейчас манны хоть хватит. А, надо же омлет съесть. Во. Съел омлету пачку. Так. Что-то я, блин, забыл на лошадь сесть. Дуралей. У нас кто-то... А, нет. Мы кого-то уже убили, что ли? А, нет. Все нормально. Мою душу тут началось. Не любят тут хиллеров, я смотрю. Вот вообще. Бегаю тут кругами от кого-то, блин. Рано или поздно он начнет что-нибудь вытворять хорошее. Лечу, лечу, лечу. От меня вроде отстали все. Подумали, ладно. Ой, я далеко сейчас я догоню. Люд там врубился вообще со всеми. Такой мочиловый идет. Их трое. Вас двое. И один неумелый хилер. Ой-ой-ой, лечу. Как хорошо, когда хила не фокусит. Он спокойно идет, всех лечит вообще. Идеальная ситуация. Когда тебя никто не дерет. Собственно,
Кстати, сразу можно понять умелость команды. Если хила не в фокусе, значит, в общем, нам повезло. Встретили, наконец-то, не такую жесткую команду. И, между прочим, они точки забрали, смотри. Они вроде бы, ну, вы их перебарываете. А точки они все забрали. Приходится бедному Люцу везде бегать и пытаться исправить эту ситуацию. По всему полю носится, потому что все остальные халявы. Ой-ой-ой. Да я не успел, вот я лажанул. Ну я да, я как дрова пока что играю. Если меня не фокусят, то хотя бы какая-то польза есть, а если фокусить начинают, то... Ну все тут 7, 6, 5. Мы должны получить очко. 3, 2, 1. Да. А, это... Причем это мы не получаем очко, это у них снимаются очки, все. Пока что даже на такой базе я... соображал, как это работает. Ну вот они начали меня фокусить, ребята. Ну вот. Всегда, когда вот начинают фокус, начинается. Куда-то набежал. Надо точки брать. Вот опять наши все чем-то занимаются, непонятно чем. Вообще, конечно, эффективнее играть нам в подпати с двумя ДПС. Там можем на двоих вот что-то полезное делать вдвоем. А так получается, как бы мне не приходится бегать со всеми, что так больше от меня пользы. Ну да. А они все дураки, понимаешь? Они ходят и месяцы в середине поля. Толку никакого от этого. Просто ноль. Как бы наших оппонентов тоже ни хрена толку, ну вот, от них никакого нет. Ой. Такое ощущение, что на меня накинули заклинание невидимости. Меня никто не трогал. Вообще. А, мана кончилась его уже. Так, нормально. Не, ну мы должны победить тут. А, ну мы побеждаем, да? Хорошо. Где тут сколько ног? Да, все-таки люди решили меня побить немножко. Кинули какое-то проклятие. Я себя забывал лечить. Дуралей. Тут начнется, блин. А у меня нет кулдауна никакого. Не понимаю, чем они занимаются, наши противники, так сказать, идеологически. Что-то странно. От безысходности. Они просто ходят туда-сюда. Ой. Ну, хоть иногда везет и попадаешь на команду вот недотек. Редко-редко везет. Удачи.
одному меня налечил. Слушай, с этим пилощом вообще маны хватает вообще классно. Просто офигенно. Ну да. Вот что мне в жизни не хватало, так оказывается. А где ты упал-то? А, наверху. Сейчас мы тебя отмстить будем. Блин, я, надо же, я лажанул. Прокуковал и парня здесь. Наконец, чуваки такие решили взяться за ум. Начали нас немножко так подкидачивать. Ну вот, нам дали всяких ништячков. Хорошо пожить. Ну, молодцы. Это хорошие награды, которые нам дали? Ну, лучше, чем за поражение, по крайней мере. Вот уже классно. Там еще какие-то рейтинги. Например, сейчас я взял какой-то первый новый ранг арены, и мне дали арена сигилы в целую кучу, еще мешочков с серебром тут. Кстати, 50 тысяч серебра дали, нормально. Пригодится. А что, еще раз? Смотри, можно пойти на фракционные войны, что ты хочешь? Что тебе больше хочется? Ну, можно для разнообразия на фракционной пойти. Сейчас надо я снова переоденусь. А ты, может, там тоже не, ну, лут не падает никакой? А, я все равно, я падаю. А там же по-другому бой идет. А, ну давай. Я лут возьму просто. Окей. Там в основном ПВЕ. Там в основном нужно охрану убить. Там редко приходит какой-нибудь другой блок. Ну, бывает, конечно. Он будет только поискать где там что, но я думаю найдем. Какую-то кучу мешочков надавали. Я пока что, вот у меня этих томиков уже с феймом скопилось немерено, я их пока что не использую, потому что я не знаю, что я хочу. То ли я буду этим лекарем, то ли может ДПСом. Не спешу. Ну, лечить мне нравится. Единственное, конечно, он, ну, все-таки друид, он не скилловый лекарь. Я ничего не хочу, им просто лечить вообще. Просто накидываешь на всех вот этот вот дот хилительный, иногда вот подлечиваешь чем-нибудь еще. Ну, для новичка, в принципе, это то, что надо. Я, можно сказать, новичок. Так, еще раз, как называется способ, который ты говоришь хороший? Fallen Star. Но он именно для зергов. Там в нем и обилка хорошая, как раз подходящая. Он в Nature находится? Нет, именно в Хелеона. Fallen, окей, вижу. Слушай, а тут, кстати, есть какая-нибудь штука, которая воскрешает? Тебе нужен именно в хиле 85 уровень, по-моему, чтобы обилка это появилась. Да. Но это не так быстро, наверное. Так, смотрю, холод, значит. Какая ты говоришь хорошая обилка? Это вот та, которая большой круг делает. Да, она делает его на земле. Соответственно, туда можно забежать. О, клево. Слушай, я видел то, что чувак ее использовал и подумал, какая хорошая обилка, я тоже такую хочу. Сейчас мы купим такой себе. Ну, это именно в группах нужно. Если мы сейчас пойдем просто в этот во фракционке вдвоем, там такой посох не очень. Мы с тобой вдвоем никого не убьем. Конечно, мы там пойдем, там будет куча людей сейчас. В какой-нибудь зерк. Вдвоем мы не сможем убить босса. Мне кажется, это нереально. Так, кто бы взять мне этот посох? Ну, чтобы он совсем был шведский. Ну вот это будет. 100 тысяч потрачу, мне не жалко. Приходится Т4 брать, потому что у меня ничего не прокачано.
Так, а к нему нужна какая-нибудь там книжка, фигишка? Понимаешь? То есть книжка, он двуручный, если не ошибаюсь. Нет? Я люблю двуручные. Читаю книжки, это вот это не мое. Так. Беру хилялку первую. А сам взять Sacred Pulse или Holy Beam? А, ну, Holy Beam он одного. Sacred Pulse не помню. По-моему, ты вывешаешь на одного, и он дает хил всем в радиусе небольшом. Еще и бьет. Ну, пробьет, не помню. Ну, возьму лучше на одного, потому что у меня же АОЕ есть уже. Чилка. Окей. Не, он, слушай, как понять? Ну, наверное, он двуручный, да, наверное. Да, написано двуручный, все. Ну все, ну все. Так, скажи, как готов тогда? Сейчас лечилку куплю. Угу. Смешной баг такой иногда визуально, потому что ты одеваешь лошадь, но ее не видно. И в итоге ты так, знаешь, скачешь на жопе по полу. Ой. Другой баг есть, это когда ты садишься на лошадь, и тебя не видно, есть только лошадь. Все ж хорошо. Я уже стал гвардом даже. Мне, кстати, они очень прикольнули. В идеале, конечно, это когда вот гильдия большая, ну и с, так, с толком, с расстановкой. Но даже с рандомом. Да. Я думаю, из этих рандомов я самый рандом. Бесполезный, то есть. Ничего. Так. Я, короче, стою около вот этого вендора. Вот он. Сейчас я подхожу. Ага, он находится вот... Да, я помню. А, окей. Ты себя флагони там. Флаганул? Только учти то, что когда ты умираешь, там портятся вещи такие, и, в общем, ремонт может стоить довольно-таки много. Да. Я вчера после фракционок полечился на 80 тысяч. Все, флаганулся. Поехали. Пошли, пошли. Сейчас надо просто в чате посмотреть, где там драчка идет. Ну и по карте это тоже видно. Сейчас посмотрим чат. We're going Пенгирик. Пенгирик, ты знаешь, где это? Пенгирик. Это у Форт Стерлинга, синяя локация. А, вижу. Ну пошли туда. Ты же далеко, ну что делать? Надо, конечно, лошадь получше. Слушай, они на самом деле даже так, и по... Стоп. Чего? Поехали ко мне на остров, я тебе дам этого собаку, чтобы быстрее ты ездил. Да нормальный у меня этот, маунт, чем плохо. Ну, ты отставать будешь от меня. У меня пятый. Давай куплю сейчас себе. Да не хочу, у меня столько денег, ты меня будешь еще что-то спонсировать. Ну, Swift Claw тогда покупай. Ну давай попробуем, я сильно буду отставлять. Мне кажется, не сильно я буду отставать. Я вчера бегал со всеми нормально. Ладно, хорошо, сейчас возвращаюсь тогда. Давай. Это я не заметил вообще отставания вчера. Так, значит, у нас тут захватывают вовсю. Ну там, наверное, их какой-нибудь зерк. Варглен. Ну, наши, короче, пошли куда-то вот очень далеко, и, скорее всего, их там вынесут рано или поздно. Наши захватывают, где ты говоришь? Пенгирик. Не-не-не, у нас захватывают, ты говорил. А, у нас, ну, по карте белые такие флажочки, это Хайборглен. Хайборглен, но там наших нет, серга, соответственно... Скорее всего, там, ну, надерут нас. Ну, можно попробовать, смотри, хочешь.
Ну, поехали в пен. А дай я к тебе прицелю. Есть фоллоу? А, тут нет фоллоу. Нельзя прицелить? Нет. Жалко. Чтобы я карту посмотрел пока. Как туда идти-то, блин? Наверное, сначала туда будет. Вбок. Ой. Вот мне да, какую-нибудь лошадь тоже понаряднее. Вот, кстати, чуваки из фракционных войн красные были. Мы можем спешиться на них сейчас здесь. Да, ну, это бессмысленно. Как бы ты, ну, мы убьем их и что. Мы получим этот фейм фракционный. Ну, мне кажется, по сравнению с этими захватами, их было очень мало. Очень мало. Ну, это как бы по фану только есть. Просто тут же фулута нет, ничего нет, поэтому... Я смысла не вижу. Тут много, да, чуваков с других фракций. Что там в чате пишет? Пенки Рикси просит ассистенс. Ну вчера прикольно, а ты видел, я стрим выложил? А, нет, еще не видел. Ну, вот вчера мы тоже пошли вот на север, вот эти вот ледяные места. Изначально у нас было два столба, рейд, ну большой такой. И постепенно, по мере того, как мы продвигались на север, он все редел и редел. Все меньше и меньше становилось. Сейчас я смотрю, куда надо идти. Блин, как понять... А, вот. Все. Вот, он все редел и редел. И в конце, в общем, нас уже просто... раскатывали. Походу их... А, слушай, вот сюда лучше не идти. Не-не-не-не. А обратно-обратно, люкс. Это... Тут забакует максимум, все. Нет, там просто вот эта вот херня, она вот там убьет этот босс, он очень злой. Я в прошлый раз туда сунулся, меня убили. Так, пойми, мы проскочим и все. Ну, вот как-то у меня не получилось в прошлый раз. Ты уверен, что проскочить можешь? Ну, в принципе, да. Ну, не знаю, у меня как-то не вышло. Они там, там какой-то босс, он очень сильный. Так, куда нам надо идти? На северо-запад. Ага. А, не, можно сюда даже. Ну, поехали туда, ладно, потом-то на северо-запад. Ну да. Блин, я куда-то зашел, что ли? А, ну вот, это уже переход. Вот. Я вообще не знаю, может быть, их там уже вынесли. Нет, все еще есть. Ну, просто побегаем тогда. Но они говорят, дефенс им нужен. То есть это значит то, что я пришел в зеркало. И, ну ладно, побегаем. Нет, это весело, очень весело обороняться, конечно. Это веселее, но просто это затраты на ремонт. Надо мне, кстати, тебе золото отсыпать, потому что у меня его дофига, в общем. Так что надо поделиться с тобой будет. А, чего? Стилус для ноутбука. Смотри, в этой большой красной сумке, вот этой, на колесиках. Может там. А или в одном из рюкзаков. Вот и Пенкирик. Такое хорошее название. Пенкирик. Наверх там. Так, ща. Ладно, пятую точку. Join party. Ой, я подал заяву. Чтобы мы... А, слушай, надо выйти из пати. Сейчас я выйду из пати сначала. Куда ты убежал? А, там пятая точка. Ну, пошли, да. И теперь правой кнопкой, вот на чувак, зайди в чат локации, в чат вот этого, вот этой фигни, и вот этот чувак Диаблос, нажми на него Join Party. И тебя примут, скорее всего. Да, блин, как там три человека, ну ёшки-кошки. Понятно, тут уже зеркало, тут делать нечего. Тут как бы мы просто будем падать. Ну пошли, там был 5 человек. Ты присоединился? То есть вот в фракционном чате правой кнопкой на имя Диабос
И join party сделай, и тебя они примут. А, он уже вышел, что ли? Понятно. Он уже вышел. А, ладно. Доливаем к пати. Пойдем в предыдущую локу. Сейчас то придут уже. Нужен свой зерк. Собрать. Потому что... Без зерга тут плохо. Так, ну вот нас четверо. Ну сейчас они очень сюда придут и начнется жесть, так что можно уже занять какую-то позицию. Да, Равангук сейчас тут на кое начнется. Сейчас пойду посмотрю, что они там делают. Потому что по ощущениям они уходили в другую локацию вообще идти. Да? Да, тут нет никого. Ну что, пошли брать тогда. Кого у нас уже, в принципе, сколько-то есть. Ты можешь в чате написать там, что мы они ушли. Они ушли вообще все оттуда. Понятно, они вошли. Они пошли в Кедар. Каир Дарк. Ну пошли, я чё. Ну вчетвером уже вполне можно зачистить эту вот крепость. Наверное, чем меньше людей защищает, тем больше нам фейма будет, опять же. Ну и очков, наверное. Ну вчера вот у нас был рейд, типа, раз 5 больше, чем сейчас. В общем, и все равно было сложно, на самом деле. Может, постепенно наберется. Я думаю, может быть, как-то какой-нибудь надо дискорд-канал найти по вот этим вот фракциям за Лумхурст. Я пока не видел. Посмотрим в официальном дискорде. Может быть, там будет. Не. Я вот зашел туда, посмотрел, что-то нет. Это странно даже. Ну там может быть в гильд рекрутменте ссылки на эти, на дискорды фракционных гильдий. Это мы, получается, будем оп один. А, то есть кто-то уже его берет, что ли? Ну получается, да. Это врачи. Ну, захватили. Блин, там зерк. Там два зерга. Давай сваливать отсюда. На третью, я думаю. Ну да. Они сейчас пойдут на третью и попробуют там можно зарубиться. Это у нас шансов нет. Там такой большой зерг, он гигантский. Да, охрана есть, под охраной. Ну да, спокойно, проще. Они начали третий. Сейчас посмотрим, что тут. Блин, там хера, блин, их там реально не-не-не. Ну это я не знаю, кого можно защитить, там их просто очень много. Давайте.
да. Тут меня уже начали постреливать по мне так. Ну. У меня лаг. Не, ну против такого зерна надо на самом деле просто захватывать точки, потому что защищать смысла особого нет. Это, конечно, фаново, но там их слишком много, они просто нас катком проедут. А, алло, слышно меня? Да. Я думал, у меня интернет пропал. Написано реконнектинг. Нашла свой стилус? Открытку, что ли? Ну, я вылетел совсем с концами. Понятно, я уже зареспавнился. Так, короче, ну их к черту, а? Пошли вот в локу, знаешь, какую вот? В какую-нибудь, где вот можно что-нибудь брать. А, ну что это красная лока. Нет, в красную мы не пойдем. Так, сейчас. Да, тут больше и нечего делать-то. Это мы сейчас вынесем. Где это? Ох-ох-ох. Ну, у нас мало, я даже не знаю. Может, пойдем арена дальше играть, люди? Так как? Что это бессмысленно. Ну, можно арена. Или давай. В черную зону пойти. Ну нет, они, блин, и сюда пришли, скоты. Ну давай уже подеремся, потому что они уже пришли, придется. Ну все. Я только успел свою хилялку сделать, и все. Там еще и гильдия, видишь, у них плащи одинаковые у всех. Хотя, может, это именно, ну, профессионные. Да. У тебя имена это показываются? А, у тебя имена показываются? Да, показываются, да. Что я отключил имена все. Да. Ну, давай-то пойдем в арену поиграть. Потому что, ну, сейчас, видимо, не судьба. Блин, не дают уйти мне никак. Всякие волки в большом количестве. Еще и кулдаун теперь у меня. 50 секунд ждать, блин. Да. Вчера как-то лучше оно пошло. Почему-то нет никого. Мне, конечно, эффективнее всего пойти за факцию играть, за фракцию, которая, ну, самая популярная, где больше всего людей. И тогда ты эти очки проще всего зарабатывать. Уже бегаешь таким дергом. Ну, это, конечно, может быть... Ну, очки зарабатываются за любое, этот, за любое твои действия, так что можешь просто пойти дрова рубить, например. И будет тот же эффект. Ну да, ну, за захват вот этих вот штук там же больше этих очков сидит. Ура, я смог прорваться. Ну, ладно. Сейчас аренду пойдем тогда. Или можно в черное побегать. А что там делать? Ты все потеряешь, если умрешь. Ну да. Ты просто что нам делать? Мы вдвоем что-нибудь сможем интересное сделать, хорошее. Ну, я просто хочу вспомнить, каково это. Потому что там лучшие ресурсы, например. Вот, может, там можно будет потом бегать, этот, собирать ресурсы. А давай лучше пойдем в желтых. Есть подземелье, где тоже с лутом.
с фулл лутом, есть разные подземелья такие, знаешь, в open world. И не так далеко и страшно вообще. Ну смотри, как ты хочешь. Можно пойти в черт. Просто это надо готовиться как-то. Да давай, давай арену тогда. Да, давай, давай. Самый простой способ. Немножко попанится полка. Черный это. Отдельно. Надо покупать эти комплекты. Сразу несколько желательно. Сейчас я выхожу из пати из этой. Так, у меня все такое же, да? Угу. А, я хотел себе купить получше посох. Сейчас я посмотрю, может мне его прокачать все-таки посох просто фейму. В принципе, всегда этот друидский посох пригодится в жизни. Ты можешь фейму прокачать и книжками. То есть книжками добиваешь до минимального уровня и дальше прокачиваешь за лернинг поинта. Потом снова книжка, не снова загорнив поинта. Угу. И так можешь много уровня поднять. А как сделать, чтобы фейм был... ушел только к этому... Вот я изучу эту книжку, когда фигачу, надо, чтобы только посох был одет, правильно? А ну, зачем только посох? Полная экипировка. У тебя все эти 10 тысяч тратятся, ну, каждый раз на, значит, 10 тысяч на посох, 10 тысяч там на шапку и так далее. Да, то есть они не в одно место вливаются? Нет, во все. Ну, который где-то во все, по-моему. Ага, ну, в принципе, хорошо. Так, хорошо. Я думал, что оно куда-то в одно место идет. Фейм возьму, не фейм. Ну вот 10 тысяч фейм сейчас. Попробуем. Посох, посох, трампам посох. Можно, в принципе, сделать штучку автолерн поставить, да? На него. А, можно, но по-моему, что-то мне она не помогает. Я все равно все руками прокачиваю. Угу. Ну вот я 10-й сделал уровень. В принципе, 10-го нормально, уже хотя бы Т5. Пойдет. ДТ-6 это нужно... Что, ДТ-6 нужен 30-й? Ни хера себе. Я в шоке, честно говоря. Ой-ой-ой. Ну ладно, тогда мы пока что на этом остановимся. Так, сейчас пойду возьму. Куплю, пойду. Что-то у меня банк уже... Не помещается столько предметов, надо вот будет очистить потом. Сейчас я посох куплю. Быстренько. Ну, на арене это все не сильно на самом деле помогает, потому что там из-за вот этого софткапа. Ну, чуть-чуть, конечно, влияет тоже. Да, вот Т6 я не умею. А Т5 могу. Ну ладно, вот за 80 включим. Все. Чтобы не так стыдно было. Ходить.
Все. А ты что-нибудь делаешь на островах на этих морковки? Да. Коней выращиваю обычно. Прикольно. И как там кони растут? Нормально растут. Что-нибудь это дает денежку какую-нибудь? Не знаю. Я еще не продавал в этот раз. Ой, а кстати, морковку. Вообще, по-хорошему, можно куда-нибудь. Да. Я говорил, обычно я раньше куда-нибудь в черных зонах уходил в локацию, которую никто не фармит. Вот. Там, так, в таком случае, там довольно быстро выбивается какой-нибудь волчонок, которого можно вырастить и продать. Прикольно. Ну, по крайней мере, раньше так было. Прикольно. А я посмотрел, почитал на Reddit, какие способы, чтобы быстрее слить вот эти очки, и написали, что быстрее всего их сливать через батчеринг, то есть быть мясником. В общем, пришлось мне покупать какие-то цыплят и резать их в больших количествах, ну, просто чтобы быстрее слить это все, эти очки. Зачем? Ну, какие очки? Ну, фокус. Там 30 тысяч этого фокуса. А зачем тебе сливать на этих цыплятах? Ну, чтобы какой-то профит был с этого фокуса, а только просто 30 тысяч лежит, пропадает. А так хотя бы ты его куда-нибудь засунешь. Ну, не знаю. Ну, может быть. А тебя, ну, ты его тратишь просто, да? На коней. А, ну, на коней, да, всякие, да, на растения, на корм для коней. Просто... Суть в том, что ты когда цыплят рубишь, да, короче, если делаешь что-то с фокусом, то у тебя остается остаток. Например, если ты перекрафчиваешь кожу с фокусом, у тебя остается больше остатка кожи, которую можно еще раз перекрафтить. А с цыплятами такого не происходит. Слушай, логично. Да, лучше я не буду, наверное, делать. Слушай, что у вас так сильно будет, ребят? Алло? Я охреневаю, моя редакция. Мы сейчас попали, блин, на людей опасных. Тут уже умеют люди играть, я смотрю. А-а-а, мать твою! Да, ну, в общем... Слушай, это, наверное, потому что я получил новый ранг. Я же получил ранг, вот этот вот, какой-то следующий. И на этом ранге, видимо, люди уже играть немножко лучше, чем на прошлом. Просто пипец! Так быстро я еще не видел, чтобы жизни испарялись. Ну ладно. Это было больно. Я тоже тупанул нити кулдауна чуть-чуть. Кошка, морковка, ты просто бегаешь так. Я так отстрелять не могу. Ну вот, по мою лестницу тоже пришли. Мать вашу, блин. Тут еще ахилл есть какой-то, вот он помогает сильно. Сейчас меня спас. Спасибо ему огромное.
Блин, вот я ложанул тут. Не, ну у них просто команда пипец. ДПСов как жопы. Что-то жуть. Кстати, можно играть Unranked. Там будем с всякими дровами. Чувак говорит свап хиллер. Что вот он имеет в виду? Чтобы я что-то пересвапнулся на что-то. Тут самое время, блин, меня спросить, что там у меня есть. Тут нужно не хиллеры менять, тут нужно нам команду менять. Вообще хиллером очень неблагодарное дело быть, потому что хиллер всегда во всем виноват на аренах. Тоже что виноват, конечно, хилер виноват. Вот такой приворот. Молодцы. Не, ну это как бы отчасти правда, в моем случае, но... Но не со всеми хилерами это плохо. Блин, вот я сейчас снял зачем. Ну, как-то мы их отогнали на время. Сейчас чувствую, на меня насядут скоты. Прям вот чувствую, что насядут. Подальше держаться. Вы там далеко так не убегайте, а то я вас не подлечу. Я сейчас кулдаун на. Ну тут сейчас ошибка, то что они меня перестали фокусить вообще. И, в общем, я могу спокойно всех лечить. Просто без проблем. Они что-то расслабились. Вначале они выиграли в ноль. Кто там у нас вперед ушел, блин? Как хорошо со хилом, слушай, он реально снова мне спас жизнь. А, ну, не совсем. Слушай, Люц, ну это был прикольный бой, да? С ним он еще идет даже. Так нас вначале сношали просто. В конце мы их загнали, прям нарезок даже. Ну, я лажанул. Всегда вот раз в такие моменты расслабляешься, они, наверное, точно так же потеряли концентрацию. Вначале, когда нас возили туда-сюда. Ну у нас все положили всех нас. Ну сейчас одна смерть у нас, это все поражение. Да. Не, ну было весело. Хороший был бой. Ой. No pain, no gain. Не знаю, может мне попробовать уже другую спеку. Хила вот этот вот, который... Он более скилловый, блин, я не знаю. Вот этим я не могу вытянуть бурст. То есть если кого-то начинают фокусить, я ничего не могу сделать. У меня как бы вот моя пукалка, она не рассчитана на то, чтобы кого-то быстро отхилять. Хотя не, у меня есть такой скилл один. Да. Что тут бывает? Ладно, я пойду другими делами заниматься. Чего ты? Пойду другими делами заниматься. А, ну давай, давай, удачи тогда.
Да, рад был с тобой поиграть. Да, было классно. До завтра. А, да, пока. Ну что, ребята, мы остались с вами вместе. Сходим сейчас еще аренду поиграем. Было весело. Вообще, я сейчас болею, и я уже немножко подустал. Ну, не буду играть. Поменьше играть. Но мне ничего. Это можно пойти в какие-нибудь подземелья. Соло. Ну, арену доиграют. Это я сейчас, знаете, запонтовался я. Запонтовался, и вот, смотрите, я прожался свои кулдауны, вы не можете ничего со мной сделать. Блин, надо было просто не тупить и убегать нормально от них. По кругу бегать. А я такой запонтовался, вот, вы ничего не можете со мной сделать. И в итоге вот. Ну, это мой косяк, я ничего не хочу сказать. Дурацкий пацан. Ну, срочно летит, ребят. Где они, где? Вообще кто-нибудь живой есть? Ну, дворь меня убегал какой-то. Лечимся. И главное вот так вот в толпе не стоять, нужно всегда стоять немножко позади. О нет, пришел еще один, скотина. Блин, куда я попал? Там за мной бежит все еще жопа какая-то. Ну, запомните. Люди уже умеют как бы играть. Ребята, совсем. Ну я тоже плохо играю. Надо убегалку вот эту включать. Сначала ей убежать, потом включить другую штуку. Ей там, прожать этот кулдаун. Чтобы как можно дольше можно было, так сказать, терпеть измывание, измывательство. Что, кто-нибудь жив там еще? Ну вот пока возьму точку. А я пошел, ребят. Блин, ну вот нахрена я остановился? Тут уже ничего, я меня ж кулдауна еще. Ну вот, ну. Я, кстати, вот не понимаю такую вещь. Объясните кто-нибудь мне. А, вот когда ты залезаешь на лошадь. Иногда ты с нее слезаешь, и у тебя кулдауны есть. Иногда их нет. Как всегда, киллер во всем виноват. Вот надо понять, когда что. Ждите хиллера. Конечно, вот один побежал там в толпу врагов, и хиллер виноват. Что, мне вообще не надо было рядом с ним даже оставаться. Надо было спокойно брать и убегать. Нужно регрупп сделать.
Ну, так чисто веселимся уже, потому что тут толку, конечно, нет вообще никакого, а это все дело. Вопрос разнесли. Да. Ну ничего. Можно попробовать поиграть фокусом все-таки. Давайте попробуем фокусом поиграть. Ну им... Мне кажется, я им буду сильно хуже. Потому что им сложнее играть. Или может быть этим продолжить. Ладно, давайте этим. Этим я хотя бы знаю, как и что. Пока просто не везет с командой. Ну или команде не везет со мной. Эту убегалку, я думаю, может ее поменять на что-нибудь. Она сильно помогает порой. Надо почаще... Ну, тут как бы вот стратегия такая. Надо всем вместе держаться, и тогда я всех могу лечить. Или... Если все разбегаются в стороны, то, в общем, моя эффективность лечения сильно снижается. А, что-то я не нажал, что кнопочку была. Ну вот ждем начала. Да. Три секунды, то есть вот оно 450 восстанавливается. Это мало, конечно. Но это полезная вещь, когда кого-то фокусит. Это просто на всех все время накладывает. Бежал куда-то наш робот. А это не робот, это в общем солибарный чувак. Ну вот его хорошо захопил. Вот начинается, мать твою, как он хорошо мне. Просто вот весь столб жизни у меня ушел. Чем это вот он меня так успокоил, мне интересно. Просто я даже не успел ничего прожать. Наверное, мог как-то, но как-то не получилось. Ну и все наши дохлые ребята. Один у них сторожит точку. Все хитро, все правильно. Чувак, ты подожди умирать, я, блин. Ну вот куда он пошел, ёб твою. Блин, как жестко. И продолжает еще. Больно. Я бегаю как могу. Катим, надо своих отвлечивать. Отвлечивать, отвлечивать, он умер. А я вина. Как я смогу спать после этого? Начинает.
общем, тут уже все. Надо просто как-то убежать. Чувак бесполезный, какой-то палкой машет тут. Понятно, зачем он это делает. Толка этого никакого. Просто не может пробить мой реген. А вот это вот неприятный чувак. Не нравится, не нравлюсь я ему. Слушайте, чувак вот меня не полюбил очень сильно. Ой, он весело. Не люблю я тебя. У меня иногда скиллы просто не кастуют. На самом деле, мне приятно. А, вот увидел, что я лечу и начал там немить. Ну ладно. Мы кого-нибудь тут будем убивать, а, ребят? Какие наши планы? Да. Ну вот начинается опять охота за маленькими медвежатами. Это жопа. Вот хочется им очень меня пристрелить, а? Не, вот сила друида в чем? Хрен его убьешь. Если особенно. Даже я уже авто. Ой, это у меня чувак топнул. Ага, я вот тоже засмотрелся. Лечу, лечу, лечу. Весело, то есть надо было. И даже я постигнул дзен. Маны нет. Вообще. Нету маны. Вот что я могу сделать? Маны нет. Маны нет. Могу только вот. Могу только ни хрена не могу, блин. Что вообще там происходит? Что там я слышу, рубится кто-то? Четыре руки. Зато маны есть, у меня я могу всех полечить. Ура. Меня бы кто полечил. Ай-яй, там нашего чувачка убивают. Ой, я что-то не увидел просто. Иди отсюда. Спасло. Ой, весело-то. Друидом играть? Я не могу. Кто-то на китайском каком-то языке тут разговаривает о чем-то. Просто нужно стабильно держать на всех вот эти вот три штучки. Проблема, что маны начинает не хватать, когда вот этим занимаешься.
активно. Блин, вот зачем я это? Ну, вот сейчас меня начнут. Я прям чувствую просто. Иногда такая чуйка хилера, знаете? Да, вот начинает. Понятно же. По мою душу уже люди за мной бегают. Маны нет. Маны нет. Можем еще выиграть, может. Пробуем. Кто знает. Ого. Тут полезный медведь. Сюда вот он побежал, там скотина какая-то побежала маленькая. Кто-то поит, видимо. Ты куда он пошел бить чувака, который в авке явно? Нам нужно выигрывать тут как-то. Ну, у них, походу, кто-то повис просто. Кто-то у них тут повис. Даже я пнул кто. Ну, такой рискин начинается. Но они все пытаются, что-то, я смотрю. Да ладно, пошли уж так, чего. Да, они тут активно пытаются. Но у них нет такого хиля, как я. Скромненько, скажу вам. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Та-дам! Вон какие у нас статы даже неплохие совершенно. 12 ассистов. Даже орбу закапчурил. В общем, неплохо. А в начале они нас драли, между прочим. Неплохая аренка. Не, арена клевая вещь. Можно, кстати, в нее входить откуда угодно. Ну, маны не хватает до сих пор. Надо что-то с этим делать. Как-то мне вот чего-то вот. Эта штука, она, походу, никак не увеличивается, да? Так, тут меня хватит, тут заведу меня хватит. Ага, сейчас скажу. Видимо, пати на фракции. Уже бессмысленно, это слишком мало людей там будет, 5 человек. Надо раз в 10 больше. Ну, окей. Раза 4, 3. 15 там, тел. 10 даже нормально. Пятером ничего нереально сделать, когда по пути 10 человек. Вот, такая вот у нас гильдия. Ковид-гильдия. Я целовал? Да, здесь происходит. Дают тут всякие ништячки. Это, то есть, я последнюю арену осталось сыграть, да? Тут что-то не слежу. Блин, ну вроде да. Сейчас тут посмотрю. Да, последняя реварт осталась. Клеймит, клеймит. Все говорят, клеймит уже. Вообще, возможно, мне нужно брать вот эту первую точку, потому что мне все равно надо немножко отставать. Хотя, возможно, лучше мне идти в замес. Я не знаю. Давайте возьму. Сложно что-то.
Обидно, если сюда кто-нибудь придет, я же ничего не смогу сделать. Там уже началось. Ой-ой-ой. Ай, да погоди ты, блин, убежал туда, я ж тебя так не смог отключить в итоге. Блин, ну куда вот он убежал? Вот кто убегает от хилера? Я в итоге не могу его подлечить, ничего не могу сделать. Идите нахер отсюда. От хилера убегать это не очень умно, скажу я вам. Тут иногда бегают, конечно, забавные перцы, которые бегают с этим. Ай-яй. Понятно, блин. Чем мы урезпа делаем, ребят? Ребят, надо точки захватывать. Куда-то нас отогнали. Знаете, прям как в трех мушкетерах. Ну что, сейчас соберемся, может? Не понимаю, зачем нужны танки на арене вообще? Люди со щитами, что они тут делают? Мне вот интересно. Их дамага никакого, толка никакого. Тут нужны только ДПС и, ну, хил, в принципе, да, может пригодиться. И то я не уверен. Иди отсюда. Не мешайся, пока. Не знаю, кто чем там занимается, но... Ай! Мана закончила. У меня уже рука бойца колоть устала. Я уже устал нажимать буковку «У». Свою режиминарку. На самом деле ее хватает. Ой, мать, там у них вот иногда они что-то прожимают, какие-то кнопки страшные. Ну нормально. Так, с меня бьют уже. Если хила не фокусят, то они проигрывают, все банально. Не то чтобы я прям такой дико крутой хил, но блин, реально странно. Я бы на их месте только хилок и убивал бы. Такая вещь. Больше не лично. Ай! Себя сначала подлечим, потом всех остальных. Идите отсюда. Идите отсюда, сказал. Ой-ой-ой, нас двое. А их вон сколько.
меня такое впечатление, что это какие-то боты просто. Больно они под силу играют. Ну, это хорошо. Может, я просто немножко наиграл, хотя... Просто меня не фокусит никто. Как хорошо-то. Жить на свете сразу. Что-то происходит, да, вот у нас. Давайте что возьмем эту точку. И сейчас. Пойду слайд лечить тут. Чё тут у нас? Тари-тари-тари-там. А, слушайте, это могут быть игроки на мобильных устройствах. Конечно, на мобильном устройстве ты играешь как дрова. Даже хуже, чем я. Понятно. Ну да. Это вот если тебе повезет попасть против чуваков на мобилу, вот ты будешь как бог играть. Те, кто на мобилах играют, конечно, в арены. Они ничего не могут сделать вообще. О, хорошо как. Вот эта аренка, я понимаю. Я не знаю даже, почему так оно происходит. Может, это я посох нажал такой или просто. Просто если меня не фокусят, если люди не фокусят хила с Nature Staff'ом, это все. Это как бы конец. Проиграют, наверное. Ну чего, в общем, было весело. Все у нас. Пошли в фракции к победе. Может, полечу там кого-нибудь. Мне нравится вот этот вот посох. Что-то вообще происходит, ребят. Ого. Я даже не знаю, что это за херня происходит тут, но это весело. Что это такое? Это, наверное, войны одного клана против другого. Какая колбаси. Ни хера непонятно. Но весело. Ладно, не буду мешать ребятам отдыхать. А у нас, слушайте, а нас атакуют. Дральник. А, или это мы атакуем сейчас? Это я не туда зашел. Смотрим сейчас, поищем. Ну, бессмысленно писать инвайт в чат, потому что никто тебя не заинвайтит никогда в жизни. Нужно самому инвайтиться. Но на всякий случай я решил... Блин, где тут вообще движ-то весь? А, вот. Ну, Джоэн, пати. Верно? Это враги, что ли, наши? Чё они не могут, чё они меня не могут напасть? Я вообще не понимаю. А, так я вот, это же мои чуваки, я их могу лечить, понятно. А, они не могут меня атаковать.
Я должен, мне нужно лечить. Кого мне нужно лечить? Чуваков с зелеными полосочками этими. Непись мне нужно лечить. Короче. Слушай, я на них лагнулся, что ли? Вот я был тут. Идиот. Я походу не лагнулся. А я думаю, что за дела? Ну ладно. Пойдем лягнем сейчас. Такой пропустил клевый файт. Ну ёшки-кошки прямо, ну ёшки-кошки. Обидно. Ну, конечно, не последний в нашей жизни. В общем, сейчас лагнемся. Это вот они бегают, скоты эти. Пришли прям до лункуса, дошли до ворот, понимаете? Это вообще нонсенс. Отстоим наш любимый лункурс. Лаг. Да. Все, сейчас всех накажу. Пусть накажу как. Аутпост андератак. Что, правда, что ли? То есть антипатия, а? Понятно, что-то не так. О, ну наконец-то. Вот оно что металось. Ни хера ж себе там вражеских скотов. Они просто взяли сюда и пришли, не побоялись. Просто наши локации. Ой, ты смелый, ребята. Ну я лечу, кого могу. Вообще в ДПС, конечно, больше пользуется. Льдом, опа, как меня. А льдом каким-нибудь закидывает всем. АОЕшно. Вот против таких вот блобов прямо АОЕ, оно так заходит хорошо. Сейчас возьму АОЕ. Там удачно вот киданешь разочек и уже. Ну или, кстати, брать вот этот АОЕ хил. Без него вообще без смысла. Давай. Ну давайте возьмем. Что у меня тут самое АОЕшное? Ну так, это АОЕшное? Где я появился? Блин, у меня что-то все повисло. Ага, вот он я где. Не, ну смелые ребята. Взяли. У них не получается просто даже отбить этот блок. Просто банально не получается. Что, давайте сейчас попробуем пульнуть кого-нибудь. Группу с полосатых тупальников. Получилось пока. Ай! Мать твою! Ну, в общем, сейчас мы с вами опять 80 тысяч на ремонт выкинем. Вот как отлично выводятся деньги из экономики игры. На самом деле тут нужно лук. У лука есть офигенная штука, которая стреляет, чем дальше ледяная стрела. Вот она, вот тут вот очень хорошо зашла. Она медленно летит, но вот там не промахнешься, в общем. А эта штука, она, в общем, блин, да, не сюда уж. Вот.
буду сейчас оппоненту шпунять. Стопам. Ай-яй. Это не пишет еще. Ты такой движ прям вообще весело. Ну вот, я вижу, что успел. Так. В принципе, промахнуться очень сложно. Можно. О! О! Весело быть ледяным магом. Погнали мы, погнали. Погнали, погнали. Ой-ой. И какой-то прожимает комбо, нас всех скучивает в одно место, а потом по нашим головам проезжает каток. Это так это. Не, нужен лук. Тут лук будет, ну, полезнее. Вся эта штука, конечно, тоже прикольная очень даже. А у Е все такое, но у него слишком маленькая дистанция, в итоге вероятность, что ты упадешь крайне высока. Тут нужен лук. Естественно, портятся вещи, которые лежат просто в вещмешке, когда умираешь. Или... Не, ну можно взять, конечно, лечилку. Если она реально поможет. Лучше, конечно, ауешную лечилку. Где мы сейчас? Не понимаю, где я, блин. Ладно, пойду на город. Ой. Возьму лук. Ну чё ты, как ты? Блин, я не хочу сюда идти. Неприятно, кто-то нет. Не, ну давайте, ладно, пока уж я рядом. Отсюда, интересно, можно шпульнуть? Будучи в безопасной зоне. Походу можно, вот чувак что-то пытается запустить. Да, можно, смотрите. Отлично, вон они туда подходят поближе. Подходите, давайте, подходите, ребята. Не знаю, зачем они сюда подходят? Просто под мои боеприпасы, так сказать. Это по кулдауну, короче, пани. А им пофигу, потому что у них такой хороший... Ой-ой-ой! Оказывается, как-то вот... Прикольно, мне, кстати, понравилось тут стоять. Как-то они сняли вот этот барьерчик с нас, я не понял, как это делали. Тут, кстати, вот ледяной маг, он только путь вообще очень полезный. Садите. Надо только вовремя отходить. А, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, надо брать лук. Ну вот. Сейчас буду зачиниться. Хорошо, что у меня, в принципе, дешевое с собой относительно. Пока что не дорос я до крутых вещей. Темный цыпленок меня успокоил. Не, ну у них, кстати, вот я даже не знаю, от лука, конечно, толку сильно меньше, чем от этого АОЕ. Разве? Ну я, кстати, не припомню, чтобы так кого-то прессовали. Интересно, можно вообще от этого отбиться как-нибудь или нет? Вообще, это реально? Такого зеркала.
против нас. Ой-ой. Мое дело как бы маленькое. Кастануть и убежать. Главное бегалку в кулдаун не загонять. Тут, кстати, по-моему, чем выше ты стоишь, тем как бы лучше. Вот я молоко куда-то долбанил. Хотя бы не умереть уже это. Надо просто с фланга на самом деле держаться, потому что они обычно кастуют куда-нибудь в кучу самого лоха прошиться. Так по одному можно зашаривать. Ну вот этого мы увидим. Слушайте, он до сих пор еще жив, я в шоке. Долго мы его мучили. Десятером. Тут собирает дрова, тут я смотрю, человек бегает. Каждый чем-то своим занят. Тут чуваки на рейзе показывают, куда идти, очень удобно. Ну, на карте. А, понятно. Вот. Даже меня немножко задело, хотя я очень был далеко не ее хотел. Вот такую я свои иногда плюшки кидаю. А, блин, там начинается. Ай, я не смог убежать. Просто не смог. Там главное контроль, конечно. Чуваки с этими большими буфами, видимо. Или кто там станет. Они контролят, и сзади хридов одновременно пролетает страйк. Не, ну весело вообще. По кайфу. Ну тут, конечно, наверное, больше всего пользы. Ну, конечно, от Сатуе много пользы тоже, все такое. Но вот именно чтобы. Если ты играешь луком, то ты еще умирать не будешь. Ну ладно. У меня уже каска поломалась, я смотрю. Эх. Ну что, потом у нас будут эти фракционные очки и за них. Боже мой. О, слушай, это хорошее местечко. А вот так вот я не могу, да? Далековато. Где там они враги наши? Не, на самом деле, вот от этого, конечно, дамага больше всего можно мутить. Вот этим ледяным по такой куче. Проблема с дистанцией. Может, кстати, вот взять вот не вот эту штуку, а вот эту. Вот это подальше летит. Что-то вот куда-то нам показывает идти. Где тут что? Где их блок? Его не видно. Не туда вообще пошли, ребят. Кажись, мы сейчас начнем захватываться. Мы их отогнали как-то. Но они, в общем, крутые чуваки, реально. Вот так взять и вот они даже тут еще есть до сих пор. Вон там красные такие фигни. Понятно. Что там с той стороны, интересно? Вот с той стороны мы. Большое количество.
популярная забава, эти войны фракционов. Реально много народу в них участвует. Не хватает еще, чтобы я тут где-нибудь упал на этих мобах. Кто поднял? Это мы хоть тут, да? Это мы сюда пришли. Тут на самом деле нужна помощь Хила. Это другого Хила нет. Все неудачно. Ладно, давайте я тут. Дал бы его. Ой, это вот было неумно. Главное, лечилок никаких у меня нет вообще. Ну вот снял. Блин, кто-нибудь тут есть, кто-нибудь, кто умеет лечить? Да. Ой. Вот осел стоит симпатично. Наверное, он умеет лечить. Ну, кстати, я сейчас тут и появлюсь, наверное. Сейчас они возьмут аутпост. И я тут и появлюсь как раз. Очень хорошо. Да, вот я тут есть. Сейчас поменяю умелку. Тоже это не то, конечно, не та умелка, которая нужна. Так, а это я где вообще? Не, так я в другом месте появился. Я буду друидом. Ну, блин, реально много тут. Мне кажется, смысла особого нет. Что делать? Ну, можно попытаться кого-то спасти жизнь, например. Вот человек какой-то баннер поставил, как все лечит. Хорошая вещь. Наши ложатся так вот. Нужно нормально их убрать в этот посох. На 100 000 человек, которые. Ну и хотя бы, кстати, вот. Наживиться и сделать. Поменять билд хочу. Можно? Поменять билд, пожалуйста. Не дает. Идем.
даже не успел свою штуку зарядить. Не, сейчас пойду, все, не буду лепиться, пойду переодену в другую штуку. Заодно вытяжку какую-то починка. Немножко офигеть. А что делать? Не, весело, вот эти вот, то, что нужно вообще для этой игры, фракционные войны. Такой в меру бессмысленный, но очень веселый контент, визуальный, кто угодно может участвовать, от всех там какая-то эта польза будет. Какие-то награды даже дают. Ну вот я где. Вот фракционные награды. У меня 19 тысяч очков. Ну, кстати, делик нужно набрать. Я даже делик еще не взял. Сейчас пойду возьму нормальную лечилку. Блин. Я далеко вообще. Да, придется эту штуку летать. 4 тысячи серебра. Деньги, конечно, тают. Мне, кажется, золото дофига, но, в общем, серебро тает, скотина. Эта картинка. КВП идет стабильно в минус. Надо в черных зонах, наверное, что-то там делать, чтобы это как-то было полезно для здоровья. У меня стрим вообще записывается сейчас. Да, записывается. Так, в общем, вот эта штука нужна. И вот это, правильно? А, нет, тут даже не нужно. В общем. А, и лук возьму. Во. Из лука можно пострелять. Ну, чисто потом. Сейчас починимся. Где-то это делается. Ну, вот 80 тысяч. Охренеть. Не дешево. Не, ну надо, конечно, самая большая польза, которую только можно принести тут, это вот. Вот это вот лечилка. Еще малдешная, конечно. Малдешная просто. Пойду запишусь. В этот. В милицию. Народу немерено. А, я записан уже. Farewell. Очень хорошо. Слушайте, как я записан, если я не записан, мне кажется. Как бы понять, ты записан или ты не записан? Непонятно вообще. А, тут все еще продолжается осада, походу. Ну это бессмысленно, видите, вот очков за это практически не получаешь. Все эти осады беспонтовые. Паново, конечно. Надо идти захватывать что-то. Но мы сейчас и пойдем. Да, в Альбионе, видишь, вот видите, каждый найдет чем заняться. Кто-то вот бегает, подземелья делает какие-то. Кто-то в фракционах воинов, кто-то в арендах, кто-то в подземельях, кто-то в черных зонах. Ну, конечно, проблема в том, что вот эти, например, фракционные воины, они как бы вообще нивелировали смысл черных зон. Ну вот, чтобы нубу туда пойти. Мне, зачем мне идти в черные зоны, если я тут, по крайней мере, предметы не теряю. Если говорят help где-то там, это значит, что это жопа и сейчас там надеру всех. Примерно так. Мы туда и идем с вами. Попробуем хоть какая-то польза, чтобы была на нас. Все лучше ботинки взять plate mail с grow, ну, чтобы увеличиваться в размерах.
что мы тут делаем? А, понятно. Вот, ну что, делаю. Ну тогда мы, наверное, сюда не пойдем вообще, а пойдем лучше атаковать вот вторую точку. Там он один, что ли, вообще? Я хочу атаковать точки, потому что от этого больше всего профита. Мне кажется. Чуваки показывают туда. А мы вот пойдем сюда. Ну вот забрал он точку. Чё, что пришел-то? Это другой рейд, что ли, еще? Это правильный рейд, вот эти чуваки. Они занимаются захватом точек. То, чем, в принципе, надо заниматься. Я выберу своей пати идиотской и присоединю другой какой-нибудь. Еще хуже. Да ешь и пошли. Что ты один стоит тут? Я не понял, как, блин, мои личинки, что они... А, ну, пока даже не понял, какие личинки, что делают мои. Ну, ёши коши. Ой, да. Какая как кастуется? Так, это кастуется сразу. И это кастуется одну секунду. Это, значит, на кого-то надо направлять. А это просто вокруг себя, походу. Тут бежать недалеко. Пойдем на четвертую. Надо мне лошадь получше найти. Для этого надо фейм качать. Чтобы мочь залезть на тупо. Куда-то я не туда залез. Это часто бывает. Попал в просак. Так, цель не умирать. Вторая цель. Я даже вот поучаствовал, получил сколько там очков. Ну все, вот мы сейчас с нормальным зерги. Зергарейдеры и везде. Причем, мне кажется, их тут два или даже больше. Так часто бывает, когда вот сначала вас дерут, потом вот эти люди собираются и начинают драть противника. Давайте попробуем. Вот я лично использовал. У меня тоже кулдаун дикий.
не самое скилловое дело, конечно. С таким рейдом бегать. Ну дали 56 очков, это очень мало на самом деле. Наверное, тут очень много людей. Видимо, это делится. Видимо. Немножко копится что-то. Куда все побежит? Куда бежим мы все? И не смон. Слива не смон. Включил. Удобно, что можно открывать карту и вот так вот бегать с открытой карты. Чтобы открыть карту, нажимаем N. Кто во что гораздо? Кто-то на медведе скачет, кто-то на свинье, кто-то на ящерице. Ну я по-простому на лошадке. Это, видимо, скины какие-то надо активировать. У меня тоже этих скинов целая куча, я просто до сих пор еще не активировал. Можно продать на аукционе. Если бы деньги кончатся. Пошли. Что-то нас ждет уже. Говорят, третью отковать. А там тоже какой-то блок, что ли, уже? Интересно, когда-нибудь будет такой момент, когда, ну, такой вот будет рейд большой, и в итоге народ по ошибке возьмет и забредет в какую-нибудь красную зону. Таким рейдом всех, естественно, там разденут, а будет. Также можно увлечься и куда-нибудь побежать и делать. Увлечься, подлечься. Что хочу сделать, чтобы можно было. Нужно 5000 за daily reward, я все-таки не понял, какое. Скажи, на табурет уже большой, то что наши противники вряд ли могут что-то ему противопоставить, мне кажется. Им должен собраться. Вот я накаркал, а? Ну накаркал, а? Засад. Вась, смотри, какой замес жесткий. Сейчас я подлечу, прямо там прибыль. Сейчас же есть вообще. Ты видел конец? Ну, мое дело, как бы, стоять сзади и подлечить. Ой, вот да, близковато полез. Вот. Да. Близковато залез. Я прям почувствовал, то, что сейчас утянут. Так и произошло.
Они еще хитро так... мы сражаемся, видите, на мосту. Это идеальный способ, чтобы даже если их меньше, чем нас, они в итоге все равно, грамотно обороняясь, могут наш блок успокоить. Такой вообще пипец. Жесть такая. Ну, надо сейчас бежать, помогать. Так, а вот совсем близко. Сейчас они могут немножко подальше встать, чтобы... Есть кого еще, я вижу. Нормально. Где бы кружочек поставить? То, что надо хилом играть. Вот. Польза есть от тебя. При этом как бы ты тоже держишься позади и стримить хорошо хилу. Очень маленький вероятность, что ты упадешь. Где у нас план? Катану. Вот кого там наши там долго. Поближе подойдем, посмотрим. Отбили атаку. Кто спрашивает, а почему я врагов-то не бью? Ну потому что ты забыл за флагом, чувак. Естественно. Такой движ у нас вообще шикарный. Мы перешли в какую-то другую локацию, я даже не заметил, как я это сделал. Так. Карту, чего-то такое вот. Ну, пока нас много, вот идем. Пытаемся что-то захватить. Только надо понять, куда идти. Кто-нибудь напишите, а то сейчас все за мной поскачут, а я же не знаю. Ну, куда идти-то? Для такого блоба самое логичное — это пойти просто к ближайшей точке. Прикольно, что даже в EVE Online нет такого контента. Там тоже есть, конечно, факт, фракции, но они совсем другие. Еще поставил. Можно даже пофилонить, потому что так редко, так много АОЕ, что просто ты иногда АОЕ кидаешь. В этом плане как раз гораздо выгоднее беречь кулдаун, только так как не использовать, а именно использование когда... Столько народу. Телек почти что закрыли.
Не, это веселый, вот это контент хороший, придумали. Для толп-казуалов, вроде меня, какие-то. Ну же, каждый день этим как на работу ходить, наверное, скучно будет. Потом можно уже, как раз когда уже не стандарт, нужно заниматься чем-то более прибыльным и интересным. Такие вещи тут есть тоже, много. Но когда вы только начинаешь играть, конечно, это вполне себе впечатление такое оказывается. Тут же многие, ну, в прошлом раз, когда мы с вами играли на аренах, видно было, что люди как бы плохо играют, что они на мобилах сидят. Многие люди с мобильных устройств бедненько играют. Тут вот я скастовал свои два ОЕ стола и все можно. Просто не получится. Бассейн. Так. Какие-то пошла. Подлечили, ребят, наши. Еще лечу, только не убегайте. Чего-то не могу замалывать. Эх. Да уж. Каких только маунтов не придумали разработчики, я не могу. Это кабан. С гвоздечки. Ой. Весело, конечно. Не, ну самое интересное, это когда именно все-таки замесы не с непищью, а с игрока. А что, уже всех победили? Пришел. Ну, 35 тысяч. А, то есть надо фишка в том, чтобы закрыть локацию. То есть мы закрыли локацию и дают сразу 5 тысяч. Вот это я понимаю. Ну, в этом идея. Просто за один аутпост дают мало. А если всю лок, во всей локе все захватывают, то уже надо. Ну, рано или поздно мы начнем, набредем наверх, и он нас раскатает. На такой же, как у нас. Вот они будут дома, и у них воскрешалки будут ближе, хотя бы только поэтому. Вообще, на самом деле, даже не знаю, тут у нас тут дохрена, прям реально много людей. Так, сюда не надо идти, все за мной пошли, самое главное, я как дурак туда ломанулся. Куда не нужно, и все за мной. Бывает. Не хватает тела туда. Ну, в общем, даже и не особо нужно. Непонятно даже где-то что-то. Все, что мы его захватили уже? Нет. Написано, что мы его еще не захватили. Это глюк, что ли? Интересно. Это серая чепуха на пол экрана у меня на карте. Это, наверное, наш зеркало.
толпе хилдуют. Так, походу, там нас ждут. Видите, красная такая чепуха. Какой хороший имя у человека. Сразу видно. Наш соотечественник. Респектабельный товарищ. Интересно, почему такие никнеймы не вычищают? Они тут слишком до хрена игроков тут. Что-то вычищать еще. На самом деле самая непыльная работенка у хила. Вот тут вот. Стоишь сзади, там пару спылов кастанул и сидишь. Или ждешь, пока там следующий что-нибудь. Вот. Ой, клапочки. Тут, кстати, можно упасть запросто. Вот, просто можно не повезти. Интересно, вот нужно стоять так или ждать, пока дозахватится или нет? Потому что многие, я смотрю, не ждут, просто идут вперед. Возможно, в этом смысла особого нет. Куда все делать? Ну. Ты сидишь, ждешь. Опа! Смотрите-ка, это, кстати, другой игрок пришел. Положил несколько людей. Ладно, тут идти недалеко. Троих положил у нас. Ну, я в тряпках, поэтому, собственно, упал. Кто-то все-таки защищаться пытается, я смотрю. Не особо успешно. Взяли его в толпост. Взяли или не взяли, алло? Варежкой не плопать. Можно все время упасть. И где идет бой? Отло. Где там я?
Что-то наград никаких не дают, правда, я не знаю. Может, их надо где-нибудь получать уже в городе. Для этой высокой интеллектуальной активности. Не, вообще такое расслабляющее дело. Побегать. С такой толпой. Регион закапчуваю. Не, ну это, конечно, временно. Все это. Я скоро, наверное, забью на вот эти вот такие штуки. Именно вот так вот бегать и захватывать точки таким большим зеркалом, это просто скучно. Мне больше нравится какое-нибудь там подземелье пойти. Ну, именно в ПВП что-то. Опа. А вот тут уже интереснее. Мы встречаемся. Второй еще один зеркал. Даже непонятно, что делать. То ли остановиться, то ли развернуться. Что делать? Это ловушка, по ощущению. Ладно, давайте чуть-чуть поднимем. Кого могу, того лучше. Чувака поднял в нос. Опа. У нас тут много полегло людей вообще. На самом деле. Мы же до сих пор еще не отличились. Кто-то пришел и постанул. Нет, а кто-то, мне кажется, надо как-то вот разработчикам сделать. Можно это улучшить, все она уже прикольная, пластина, все такое, но сделать как-то, чтобы поощрять не вот это вот просто вот хождение блогом, а именно за место, чтобы за них больше давали всех ништяков. Ну вот. Замеса ништяками. Неплохо, кстати, наши ребята. Может, денежку взял. Просто по одному истребляем. Денежка. Вот, аккуратно. Уже нас могут подрезать, ребята. Да. Подрезать. Ноги уносить. Надо ноги уносить. Ступаем. Тут на меня пакость наконец-то станули. Куда он вырос? Ой-ой-ой.
Опа, вот я только свой хилял хотел кидануть, и что-то меня убило, наверное. Нашла коса на камень. Смотрите, какой тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь разных блоков. Не, вот это прикольно. Вот это вот такой вот момент мне нравится. Вот, ну видите, пока до такого дойдешь. Ну, где я, блин? То есть это как-то редко происходит. Как-то вот как бы это сделать, чтобы почаще было. Такие веселые моменты. Потому что вот эти вот просто скакания по точкам. Это все-таки так. Единственное, полная неразбериха, непонятно, что вообще, какие директивы, так сказать. Кто, где, с кем, что. И тут люди отступают наши. Вот тут я смотрю, как это движется. Ну, давайте. Надо понять вообще, туда стоит заходить или нет. Численный перевес явно на стороне врага. Давайте выпить ей спешность. Ой, зачем я спешился, а? Ну куда ты побежал? Я вот нахрена я тут всех лечу. Ну, торопимся. Где мы смехло отлично. О, нет. Кто-то там сзади уже подстраивается, я смотрю. Нам нашу замечательную норочку. Колбаса непонятная. Кто чем вообще занят? Непонятно, где даже игроки, где не эти вообще. Ну, давайте где-нибудь кидание нашу фильму. Кружочек. Какое-то бесцельное брожение, непонятно, вот надо как-то скоординироваться всем. Не, ну прикольно, вот это вот классный момент сейчас. Вот это вот мне нравится. Вот эти хождения и брождения, это не прикольно, но иногда вот когда ты склеснешься уже с какой-то другой группой коричневых купальников. Тут на самом деле нужно брать вот этот уже посох. Несмотря на то, что как бы нужен он. Он полезнее, потому что тут уже такие бои разрозненные идут. Тут уже вообще все как-то потерялись. Вот наш рейд, непонятно. Эти все точки, видите, они в разных местах. Непонятно, кто, где, чего. Да, мы что-то ходим. Пытаемся понять вообще. Я кого-то очень сильно заинтересовал, я смотрю. Ой, я там какая-то фигня начинается. Нет, не проблема, сейчас я свою лечилку постановлю.
Долго вы будете игру и любить ребят. Это долго, это вы надолго, ребят. Своим. Занялись чем-то полезным хоть. Много же я сделался. Хорош. Пошел я, ладно. Занимайтесь чем хотите. В своей этой норе. Это главная ложка. О, она мой. Так, что еще происходит? Надо как-то нам скооперироваться. Да, друид рулит, конечно, его убить просто вот невозможно. Ну, тут какая-то вот движуха. Все кто-то бегут, куда-то они все не туда бегут, причем. Ну. О, наши взяли пятый аутпост, что ли? А нет, они его атаковали. Нихера, что это все блок. Надо уходить отсюда. Вот какие-то такие хождения опять. Непонятно, непонятно кто, непонятно что. Хочет. Опять поможем кулачку. Сейчас, потерпи. Тут два друида встретились, называется. Ой, не могу. Да блин. Как курки пристали. Они что в жизни не убьют тут. Ой, я не могу. Вот. К сожалению, у меня никакого атакующей чепухи никакой нет, так что приходится с посоха шпыняльщиков маленьких. Тут два друида. Прикольный чувак. Тоже как я. Такой же. Может тоже взять эту штуку? Давайте возьмем ее. Так я тоже смогу вот какой-то дамаг сделать. А вот тебе. Корневище в нос. Людей мешает. Ой, ну реконнект, что такое? Блин. Куда дает попить? Тепленько, если можно. А просто поставь мою мишку туда, миску. Что он тут стоит там? А да, из горла прям. Это все, а больше нет воды? Прикол, я еще жив. Что самое веселое. Че вообще, какие планы у нас, а? Товарищ. Тут продолжают эти люди, я смотрю, сражаться. Я бы готов помочь, только если я пойму, что наших там сколько-то есть хотя бы. Не, ну чувак нормальный, это конкретный чувак такой. С таким красивым оружием. Меня тут начали бить. Ну вот. Зря я за ним побежал. Чего вот он надет? Какие-то Т8 вещи. Красавец такой.
2000 item power. Ну, логично. Банки уже все свои выполнили. Не, все-таки вот давайте так ходить. Без всех этих дурацких фигней. Чтобы я мог все отличить, если что. Все, что тут как бы непонятно, чем мы занимаемся тут. Уже все как-то разбрелись, кто куда. Что-то страшное. Там бежит что-то страшное. И тут бежит что-то страшное. Меня атакует второй отпуск. Не, надо сваливать просто, конечно, уже особо не. Побег. Что это прикольный чувак был, которого они там десятером они не могут убить, видите? Он один просто, он всех это решает. Нет, клево, просто посмотрите, я такой даже не видел. Я не знал, что в Альбоне онлайн такие предметы имеют значение. То есть он один их всех выхерачивает. Видите? Хрена я спешился, а? А можно обратно залезть? Блин, не могу, не... Хочу отлететь его! Не успел, да? Блин, так хотел ему помочь, не успел. Эх. Ну классно у всех драл их. Эх. Опа, а тут тоже лежу пока. Нереально убивать. Тут даунов. Вот это неприятный самый момент, когда атакуют аутпост, и ты на нем появляешься. Это самое худшее, что может быть. Просто непонятно нахера, у тебя все вещи. Портится. А этот чувак, кстати, тут еще где-то. Вот этот вот боженька местная. Не, ну ему-то нормально. Он тут один может всех. Эх. Кстати, не было, почему у меня не... Почему я сразу в кулдаунах был? Почему-то я появился на отпусте на этом. Чего у меня все в кулдаунах? Вот, нормально. Я ничего не могу сделать, потому что на мне пузырь. Очень хотят явно. Тут главное никаких действий не предпринимать какое-то время. Давайте как-нибудь сядем на лошадь. И пытаемся от них убежать нахер. Где я? То есть понять, где я. А вот мне. Нет. Что я тут делаю? Где все? Все на четвертом. Ну их много, а нас мало. Ну пошли на четвертый. Мать вашу. Меня еще подлагивает. Через такой блоб скачешь, и, в общем, это забавно. Страшненько немножко.
Надо как-то всем собраться в одном местечке. И чего? Какие у нас планы, ребят? Пока что это аутпост наш, заметил. Почему-то. Ну да, наши лучники стоят. Напугал. Ну вот у меня сайленс какой-то, они вешают какой-то сайленс. Почитать, а тут что это за сайленс такой? Просто ничего не можешь использовать. Или может это лошадь мешает? Ну ладно, пойду я. Все, всем спасибо, было прикольно походить сегодня, смотреть на эти все чудеса. ПВП-шно-фракционных войн. Бессмысленных, но довольно-таки веселых. Буду ждать ваши комментарии. Удачи всем.